вылетит сюда, найдет и вытащит меня отсюда. Что орем? Надо мной стояла худая, высокая, с белыми волосами врач Жанна Аркадьевна. Что случилось? Режут тебя? Я все поняла, я поняла. Прошептала я сквозь. Я ведь в концлагере, да? Это ведь фашисты так пытали людей, да? Я поняла, я должна страдать, а что? Мне так больно. Что тебе больно-то? Вон у тебя палец между вязками проходит. Жанна Аркадьевна попробовала сунуть свой тощий палец между моей рукой и веревками. Там не то, что палец, там шпилька бы не пролезла. Руки невероятно свело, и ноги тоже. Не видно мои. К ней не подходить. Жанна Аркадьевна ушла, я уже тихо продолжала плакать. Потом я захотела в туалет и сообщила всему миру об этом, но приказ был отдан, ко мне никто не подошел с судном, я сходила под себя, о чем тут же сообщила. Санитарка подошла, увидела, что я лежу в луже, и матерясь начала меня развязывать. Я испытывала наслаждение, когда подносила свои трясущиеся ручонки к лицу и растирала запястья. Меня раздели догола и повели в ванну. Там стояло 3 ванны подряд, над каждой душ. Меня положили в среднюю, и какая-то женщина из больных решила меня помыть грязной тряпкой и хозяйственным вонючим мылом. Она терла меня, терла везде, что-то бурча себе под нос. Она поднимала мне ноги, руки, я была счастлива, я в воде и не на вязках. Потом меня повели голову в палату, там зачем-то поставили на весы. 42 килограмма, я удивилась. Мне еще не успели поменять белье, санитарка как раз этим занималась. «Что ж ты делаешь, дрянь?» — слова санитарки относились не ко мне. Я повернула голову и увидела очень худую девушку, которая лежала на кровати и рвала простынь. Просто рвала на полосочки. «Ах ты ж сука такая, на тебя просто не напасешься, ну-ка отдай». У девушки отобрали простыни, согнали ее с кровати, раздели догола, поставили рядом со мной, свернули матрас, взяли девушку и голову привязали к железной решетке кровати. Руки девушки делали движение, как будто в них еще была простынь. Глаза бродили туда-сюда, а губы что-то шептали. Ей даже не положили подушку. Ну что ж вы делаете? Зачем вы так с ней? Я не выдержала. Ну-ка быстро в постель, а то тебя сейчас привяжу. Я легла. В надзорной палате в общей сложности я провела около 2 недель. Я выдергивала иголки капельниц из вены, собирала циклодол в кармашек халата. Я не ела абсолютно ничего. Почти все время было связано. Понемногу ум начал проясняться, когда мне стало чуть понятнее ситуация, я осторожно узнавала грани дозволенного. Поняла, что можно ходить до туалета и обратно. Что можно сидеть около кровати, прижавшись к батарее, а вот на подоконник забираться категорически нельзя. Еще я стала общаться с пациенткой. Со мной рядом лежала девушка Марина, которая все время рисовала лошадей. И часто она просила меня прикасаться к стене. Она сидела на кровати в позе йоги и говорила: «Коснись, пожалуйста, туда, быстрее, быстрее, левее, да-да, спасибо. А теперь к той стене, да-да, правее, хорошо». И я бегала от стены к стене, когда санитарки позвонили. Что если я не вижу смысла жить, не хочу жить, хочу смерти? Мне нравится физическая боль, как в порезе, нравится кровь, иногда безумно хочу убивать. Представляю, как я сделала бы это, схватила бы нож, воткнула в живот, прямо резала бы, чтобы кишки наружу. Как кровь вытекает, схватила бы карандаш, воткнула бы в глаз или проткнула горло. И такое чувство иногда ко всем испытываю, неважно кто, ребенок, женщина, мужчина, старик или бабуля, или я сама. Иногда руки чешутся сделать себе больно, пролить свою кровь, были бы когти, проткнула бы кожу на шее, схватила бы шейные позвонки и выдернула. Но я не считаю себя опасной, так как ничего из этого пока не делала, да и вообще никому не навредила. И есть страхи, много, постоянно. Я чувствую страх везде, вокруг себя, как будто меня преследуют или наблюдают. Везде, неважно где я, дома, в душе, в туалете или еще где. Всегда чувствую на себе взгляды, иногда кажется, что родные тоже такие же. Я понимаю, что это не так, но сомнения всегда есть. Будто когда я сплю, они заходят в комнату и наблюдают. Или змеи, они везде, постоянно. Рядом ползут их много, очень, панически боюсь. Иногда я такая разная, сама себя понять не могу. Иногда вдруг чувствую радость, очень редко. Часто непонятную злость, агрессия, злюсь из-за мелочи. Меня распирает этот гнев. Иногда вообще никакая, совсем без чувств. Иногда я не я вовсе, будто кто другой. Я не понимаю, где я. Смотрю, будто раньше не видела дороги, людей, себя, руку свою и так далее. Есть какой-то момент, когда я в зеркало, я буду часами смотреть на себя, без какого-либо интереса или радости, или гнева, просто смотреть. И так я типа красивая или нет, в голове ничего, пусто, просто смотреть.
когда я будто выпадаю из реальности, ненадолго, на минуты 2-5. Есть кое-кто, я знаю, что ее нет, но все же она есть, существует, существовала. Просто она теперь со мной, как часть меня. И самое ужасное – это сомнение, недоверие ко всему, ко всем и к себе. Даже дошло до такого, что я стала сомневаться, правильно ли я пишу слово. При том, что раньше была уверена, знаю, как пишется, но начинаю сомневаться. Верю друзьям, но начинаю сомневаться, я приняла решение. Все, я уверена, но потом через, может, меньше не охватывает сомнения. Не люблю шумные места, скопления людей. Чем меньше людей, тем лучше. Я не могу плакать или радоваться. Не знаю, как это, что такое любить, не знаю, не понимаю. Полная пустота внутри, ничего не чувствую. Когда мне делают больно эмоционально, я смеюсь, не могу плакать. Первая девочка, с которой я познакомилась, Саша, она научила меня развязываться. Что такое, когда тебя отправляют на вязки? Если тебе привязали только руки, то тебе повезло. Еще могут связать и ноги, еще есть хомут. То когда скручивают, просто не обвязывают тебя под шеей или под лопатками. Ты не просто обездвижен, ты не можешь дышать, развязаться невозможно. Остаются следы, синяки, кровопотеки, которые долго не проходят. Когда меня так связали, лежала в палате с бабкой, которые были пролежены, она умирала, и тетку, которые были голоса. Я лежу и уже чувствую левую руку. Не чувствую. Ко мне подходит женщина с голосами и говорит, хочешь пить? Я кивнула головой, попила. Спустя час она подошла ко мне и говорит громким шепотом. Ты уже всем сказала, как меня зовут. А я ничего не говорила. Потом мне сказали, что тут люди делятся на две категории. Те, у кого больная душа и такие, как я. Саша скидывала простыни, подушку и одеяло, когда ей что-то не нравилось. Еще у нее случались приступы. Она пряталась под одеяло, начала засыпать и вдруг начинала вздыхаться. Помню, она сидела у меня на кровати, гладила мне по руке и говорила, что хочешь, чтобы я поскорее вышла отсюда, успокоилась, что все будет хорошо. Юля, я здесь уже третий раз. Первый раз меня привезли, потому что я совсем перестала есть. Меня тогда залечили так, что я глаза полностью открыть не могла. А сейчас я здесь, потому что не открывала дверь своей комнаты. Я просто видеть не хотела никого. Я тогда от парня сбежала, не хотела спать с ним. Но это его не остановило, меня изнасиловало. Пришлось вернуться домой к маме. Я и с ней жить не могу, и к парню не вернусь. Я понимаю, что мама по-своему любит меня, но она вечно лезет в мою жизнь. Лучше бы своей жизнью занялась, заебала. Ира, на 7-м месяце беременности я поняла, что мужа не люблю, он мне нахуй не нужен. Я уехала домой к маме, родила, и когда меня выписали домой, мне стало плохо. Люха спала, я собрала все иконы в доме, какие-то вещи не помню. Положила все это в центр комнаты, на ковер зажгла свечи, подожгла вещи, иконы и начала молиться. Пришла мама, испугалась, начала все это тушить, и я попыталась ей помешать. Она все потушила, Леха начал плакать, мама вызвала скорую, меня повезли сюда. Аня, я живу с мужем и свекровью. У меня двое детей. Муж начал пиздить меня и моих детей. А когда он запер в шкафу мою двухлетнюю дочь, я не выдержала, начала орать на него. И у меня началась настоящая истерика. Ору, плачу, не могу остановиться. Тут вбегает свекровь, говорит, что я тварь. Испортила ей и ее сыну жизнь. И если бы не дети, то ноги бы моей бы в доме не было. И лучше бы я нахуй катилась отсюда вместе с детьми. Что детей нагуляла, шлюха меня перекрыла. Я побежала на кухню, схватила нож и кинулась на свекровь. Муж успел меня остановить, свекровь вызвала скорую и меня привезли сюда. Я схожу с ума, я здесь уже 4-й месяц. Взяли одну анорексичку, и медсестры попросили присмотреть, чтобы она не завязалась. Одна бабулька решила ей помочь, развязаться, и Аня не выдержала, подбежала и сильно оттолкнула. Она упала и сильно ударилась о бетонный пол головой, ночью она умерла. В 5 часов утра в палатах зажгли свет, и 4 крупных девочки с 2 санитарками тащили труп к черному выходу. Аня плакала, а медсестры ее успокаивали, она не виновата, что все будет хорошо.
Родственники бабки так и не узнают причину смерти. Вечером в коридор залетел голубь, а через 3 дня умерла еще одна бабка. Когда попадаешь в такое место впервые, то не сразу понятно, что к чему. Существует своя иерархия. У кого сигареты, тот и главы. Как правило, это бабки, которым сигареты либо выдают, либо приносят родственники. И вот в туалете все выстраиваются в очередь и ждут, когда бабка накурится. Потом сигарета пускается по кругу. Настя, я очень тяжело расставалась с Лоей, все время продумывала, что если я встречу его еще раз, то поговорю с ним, найду нужные слова, он вернется ко мне. Я так ожидала уже другого мальчика, сижу в комнате и думаю, как бы я говорила с Лоей. Спустя какое-то время начала говорить слух, плакать, смеяться, как будто говорить с ним. Я даже не заметила, как это произошло, и вдруг я стала прямо чувствовать, что я это он, я Лова, дальше я ничего не помню. Мой парень зашел в комнату и нашел меня на полу, я кричала, вся в слезах, но испугалась и вызвала скорую. Все тело покрывалось мурашками, как у него, так и у меня. Все было так сильно, мы чувствовали друг друга без слов. Когда он был рядом со мной, он как будто светился весь. Потом я узнала, что у него есть девушка. Когда мы обнимались, время останавливалось. Однажды я была у него, он пошел в душ и говорит так весело. Смотри, чтобы волос не осталось на постели. Я ответила, ну тогда постирай белье, чтобы моего запаха не было. Он пошутил, а я так серьезно. И говорит, ты чего? Когда он приехал после встречи со своей девушкой, у него как будто не было лица, я испугалась. А потом он видит меня и опять светится. А потом он пропал на месяц. Месяц и 3 дня. Мне никогда не было так плохо. И вот он пишет. Мне нужен твой номер. Звони. Я беру трубку, и у меня темнеет в глазах. А потом я начинаю по-настоящему бояться. Я боялась писать, боялась звонить до панических атак. Делала все, чтобы не думать о нем. Начала медитировать, работать до изнеможения. И вот постепенно я начала сходить с ума. Я не спала неделями. И вдруг позвонила. И он сказал, что приедет. Я должна была его предупредить, чтобы он был аккуратнее на дорогах. Он гонял, а я боялась, что он разобьется. Я вышла на улицу, у меня сел телефон. Я начала искать его по машинам, ходить вокруг домов, и мне стало плохо. Кто-то вызвал мне скорую, и меня увезли. Я никогда в жизни не была такой счастливой, как в тот год с ним. Я любила его безумно. Когда он был рядом, я просто не могла от него оторваться. Мы мечтали о детях и вообще о том, что мы всю жизнь будем рядом. На его день рождения он познакомил меня со своими родителями и друзьями. Под утро все поехали тусоваться на квартиру. Я потеряла его и стала искать по всем комнатам. В одной из них я увидела его на кровати с бабой, он трахал ее, кажется, взад. Я убежала оттуда. Помню, что что-то кричало. Мне просто съехала крыша. Несколько дней просто выпали из памяти. Последнее, что я помню, что я искала его по городу. У меня было ощущение, что если я его сейчас не найду, его больше не будет. Я видела его лицо в прохожих и бежала к ним, как к нему в объятия. Мои родные друзья искали меня, говорят, что по телефону несла какой-то бред. Мама нашла меня, но мне не было обуви, и ноги были все в грязи, платье разорвано. Она разобрала меня, напичкала успокоительным и увезла. Если бы я встретила его еще раз, я бы спросила его только о том, как это все можно было проебать. Что нас лечит? Мы просто другие, мы не такие, как все. Мы чувствуем все по-другому. Импульсы, как разряды тока по всему телу. И ощущения эти не проходят, какими таблетками нас не залечили.
остановиться на начале, не отвлекаться, не думать, не обращать внимания, делать, видеть, не отвлекаться, не думать, продумывать, не говорить, не прикасаться, не смотреть, дышать, доверяться, делать, пускать, принять нужное, нахуй не нужно, не обращать внимания, делать, искать, не позволять, мешать, отворачиваться, не смотреть, не пускать, не смешиваться, сохранять, беречь, молчать, учить Баха Шопена, учить Рахманинова, разобраться с нотами, пройти список, помнить о времени, не позволять бессонницы, никакого дыма до края, не позволять быть настолько чувствительным, не принимать, уходить, не говорить, не слушать, наслаждаться, действовать, не молча записывать, думать о море, горах, воде, не скучать, не умирать, беречь, матрать, не деть о боли, нет, делать, думать, не думать, ощущать, чувствовать, не злиться, понимать, мимо, знать, напомнить, почему, со всеми истыкличными, помнить, принимать очищение, довериться свободным событиям. Thank you.